Готовы? Барбет. Дорогие друзья, вот наступила финальная часть всей восьмых спортивных игр наших народов нашей республики. Мы сегодня находимся в стадионе Маягатта Бет-Кара в самом центре знаменитого Аласа Мюрю. И буквально через несколько секунд начнутся четыре весовые категории. Вольная борьба. Нюргун Александров, Айхан Антонов. С вами сегодня, как всегда, вновь будет Александр Рушницкий и Семен Акаемов. Борьба начинается. Александров Нюргун является мастером спорта международного класса. Айхан Антонов, мастер спорта, представляет сегодня Нюрбинский улус. В этом году он достиг пика своей формы и занял, и взял бронзу чемпионата России в городе Кызыл. Нюргун Александров, борец в красном трико, борется за родной Верхний Вилюйский улус. Он внук один из первых мастеров спорта Николая Габышева. По матери он знаменитых борцов Александровых. Все вы прекрасно, наши друзья, знаете. Как бы борец в третьем поколении. Вот уже почти минуту ребята отборолись. Пока 0-0, но более напрягает борьбу, ищет борьбу Айхан Антонов. Буквально несколько слов вот по командной борьбе, пока Мегина Кангаласа, усть-алданцы идут очень хорошо. Усть-алданской сборной 4 золотых медали в мужской борьбе. Это вчера мы все прекрасно увидели, как искрометно борется мастер спорта, призер чемпионата мира, выходец борьбы усть-алданской школы Соттинской, Семена Петухова и Ивана Дмитриева, Ариан Тютрин. И три, бесспорно, они взяли три весовые категории в женской борьбе. А Мегина Кангаласская сборная силами Нюргуна Скрябина. Нюргун тоже показал, что в весе 70 килограмм, до 70 килограмм ему нету равных пока в нашей республике. Борьба продолжается. Счет 3. Три выигрышных балла имеет Айхан Антонов. Но Нюргун пока не предпринимает активных действий. Занимается. Ну, ребята в высокой стойке борются. Ищут. Ну вот мы заметили с Семеном Сергеевичем, что борьба чуть-чуть, рисунок борьбы поменялся с правилами. И много наших борцов борется высокой стойкой, моментальными проходами в ноги. Но мы заметили, что у нас борцы еще мало освоили контрприемы в партере. Нижний борец, который отдает балл, мало активно борется, они обратно... При закидывании ног борется, ну, в основном защищаться обратным захватом. Но в партере мы знаем, что наши старшее поколение борцов очень хорошо боролись, контратаковали клещами, накрываниями. Ключи на руках, ногами. Вот сейчас вот рисунок борьбы в основном Александр рассказал. Сейчас Антонов идет со счетом 4-0. Представитель нюрбинской сборной команды, он в этом году очень себя хорошо проявил на чемпионате Российской Федерации в городе Кызыле и занял там бронзовую награду. Это очень хорошо, и сейчас вот борцы пошли на отдых 30 секунд, и тут им дадут ценные указания свои тренера, наставники, и мы сейчас увидим, видимо, и исход борьбы. Посмотрим, как будут действовать Александров. Это борец тоже, вы все его знаете, мастер спорта международного класса. Очень опытный спортсмен. Но вот пока
доминирует. Да, пока Антонов идет встречу со счетом 4 балла. Борьба продолжается, второй период. Ну, сейчас примет Нюргун, ищет свою борьбу, но он, да, верхней стойке пока у него результат отрицательный. 4 балла отдал, все баллы в основном технические. Айхан Антонов это заработал своими действиями. Борьба за бронзу, за третье место, 60, вес до 65 килограмм. Сейчас вот изменением правил борцы стали меньше гонять, потому что каждый, ну, перед финальными схватками проходит вешивание. Гандикап 2 килограмма, ну, недавно был убран. И из-за этого как бы имеется некоторые вот непрохождения весовых категорий. Минуту отборолись, действий нету, но здесь чисто физически поддавливает Айхан Антонов. Ну, Антонов ведет встречу, уверенно ведет, скажем. Сейчас вот в плане, видите, тренера Нюрбинской команды, наставника сборной команды Нюрбы, заслуженный тренер Российской Федерации Якутской Республики, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Петровича Коркина, Владимир Яковлев. Ну, он заслуженный тренер России. Да, 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 да. Вот сейчас уверенно ведет Антонов, пока никаких сложностей нет со стороны Нюргун Александров. Ему нужно очень работать, нужно, он же ведь проигрывает, уже 5-0 проигрывает. Да, поощрили Антонова, он центр ковра захватил, не дает Нюргуну никаких пока шансов. Ну, не раскрывает, да, никак не раскрывает. Остается минута, и атака Антонова сразу же защищена. И оба обратный за корпус, но... Ну, сейчас посмотрим оценку судей. Контрприем-бросок был. 2 балла Александрову дали за атаку обратным, да, захватом, да, корпуса. 40 секунд остается. Попытка пройти в ногу, захватить ногу, так скажем, в высокой стойке. Не получается. Александров. Вот разорвал. Остается совсем мало времени. Айхан Антонов разорвал захват. И сам же, используя вот рывок вниз, Нюргуна прошел ногу, перехватил обратно за одну. Боковая атака, контроль, и выходит очередных 2 балла. Уверенно берет. Перевел портир, и сверху работает уже Антонов. И тут, видимо, накат пройдет. Вот и прошел. 2 балла еще раз. Еще дается Антонову плюс. Это уже 9 баллов. Ну, остается 5 секунд. Ну, за 5 секунд 9 баллов не возьмешь. Это естественно, мы все знаем. И таким образом Антонов становится бронзовым призером, да, 8-х спортивных игр народов Якутии, село Барагонцы. Ну, скорее, да. Айхан Антонов в этой весовой категории планировал другие результаты, но Эдуард Григорьев и Семен Владимиров будут бороться в финале. В втором бронзовом финале будут бороться Владислав Кривошапкин, Мегина Кангаласский, Улус, и Среднеколымская представляет белорус наш легионер Андрей Бекренев. Но Андрей Бекренев в основном тренировался у Ивана Николаевича Сивцева, заслуженного тренера России, Республики. Вот сейчас на повторе очень хорошо видно. Вот технические средства нам очень помогают, и зрителям, и нам, любителям борьбы. Это очень хорошо, потому что иной раз бывает, мы не досмотрели, опоздали там и так далее, подобное бывает. Но вот сейчас видите, какие приемы провел. И мы видим второй бронзовый финал. Но здесь борьба ожидается очень упорная. И мы знаем, что Владислав Кривошапкин предварительных 1-8 и 1-8.
четвертом боролся очень хорошо. И вот недавно отборолся. Буквально вот несколько минут назад вышел бронзовый финал. Но Андрей Бекрынев с этим, конечно, не согласен. Средняя Колыма тоже имеет шансы попасть в тройку в командном зачете. И от него ждут выложить на 100% борьбу. Но Андрей знаменит тем, что весит 61, имея физическую силу превосходства, пользуется этим. И в международных турнирах его мы часто видим. Он член сборной, ну, лидер сборной Беларуси, весит 61 килограмм. И в дальнейшем вот, думаем, что до Парижа Андрей еще раскроется, найдет себя, добавит еще технические действия. Потому что вот за ним наблюдает тоже главный тренер, гость нашей спартакиады Жуматай. Главный тренер сборной команды Республики Беларусь. Вот сейчас, естественно, вот он приехал посмотреть состояние своих подопечных, как они сейчас, в каком состоянии, в каком положении находятся в ну, тактическом, техническом плане, подготовка смотрит, да и общее состояние нашей борьбы в республике. Вот сегодня мы все знаете, что на этой спартакиаде в каждом весовой категории борется по 16 лучших борцов республики представлены. Ну, полторы минуты первого периода проходят, но Кривошапкин дышит чуть-чуть, ну, буквально он в тяжелом положении находится, потому что борьба была пред утешительной схватки за выход за бронзу серьезная. Ну, да, уложился там, выиграл. Ну, думаем, что да, он, да, как член сборной республики, быстро восстановился, но завязка рук, балл получает Кривошапкин. Да, 30 секунд прошло, и вот первый балл дается борцу красным трико Кривошапкину. Андрей ищет свою борьбу, хочет раскрывать, но пока таких сложных положений, опасных положений нету, никаких приемов основных. Вот, Андрей Бекрынев динамически нагружает за активным захватом из-под предплечья, нагружает и плечо, голову. И в дальнейшем это должно дать дивиденды, это подготовка к атаке. Стиль борьбы у Андрея такой, он как бы в опасной зоне, основные вот силовой борьба, да? Да, ну... Ну, он технически, конечно, мастера такого класса очень... Опытный спортсмен. Все умеет делать, но они выбирают те моменты, когда можно точно взять своими движениями, отточенными свои баллы. Дмитрий Шадрин болеет за своего земляка, друга, Алексей Федоров с ними. Но потихоньку мы начнем, так как сегодня финальная часть борьбы, потихоньку начнем итоги, да? Конечно. Да, итоги, вот и как люди, которые наблюдаем за развитием борьбы, мы последнее время отмечаем, что борьба Республики Саха-Якутия, как некоторые, наверное, к нашему сожалению, считают, что у нас застой, но борьба развивается. Мы ежегодно, якутская борьба юношеской, молодежной уровне занимает места. Вот, Данил, вот выходец Усть-Алданского улуса, сотнинской борьбы, воспитанник Семена Петухова и тоже Ивана Николаевича Сивцева, в этом году юношах занял место в сборной России, да, в молодежной сборной у нас два представителя, Лев Павлов и Станислав Севинобоев. В взрослой борьбе Виктор Рассадин и Айхан Антонов. В сборной Беларуси у нас твердых три сборника, Ариян Тютрин, Андрей Бекрынев и Нюргун Скрябин. Еще в обойме мы думаем знаменитого нашего тяжеловеса, надеемся, Аяла Лазерова.
Да, он последнее слово еще не сказал. Народ, любители борьбы, естественно, ждут, как, в каком плане он сейчас, в каком состоянии находится. Ну, прямо скажем, человек готовится. Ну, тренером вместе с Иваном Николаевичем Сивсом они планируют работать. Вот и надежда наша не утихает, не унываем. Ну, Аяла, да. Лазарева результаты очень хорошие. Он чемпион Азии, двукратный участник Олимпийских игр, многократно участвовал в чемпионатах мира, выигрывал большие международные турниры. Но не забудем, ну, потихоньку будем рассказывать, так как мы находимся в Алаш-Эмере, в центре Усть-Алданска-Улуса. Усть-Алданск-Улус 15 раз брал кубок, лично-командный кубок нашей республики. Николай Николаевич Тарского по вольной борьбе. И дал нашему народу Якутии 4 заслуженных тренеров. Российской, первый из них это Иван Николаевич Сивсов, Степан Петрович Сивсов, Ким Кимыч Колодезников. И усть-алданцы считают, что Василий Стручков тоже зять. И основные, как бы, он с родом Сабыя, но много лет работал в усть-алданском Барагонцах. Да. Еще у нас усть-алданский район знаменит тем, что дал олимпионика. Чемпион Олимпийских игр по сурдоборьбе. Стрекаловская Василий, да. Василия, заслуженного мастера спорта России. Борьба продолжается 1-1. Остается всего 17 секунд. И поддавливает, пока поддавливает, но вертушка. 8 секунд. Что делает Кривошапкин? И упускает момент. И выталкивание коренной, да, опасном положении, да, время закончилось. Время. Да, за счет вот. Тактическая борьба, больших технических действий мы не наблюдали. Получает какое-то повреждение Андрей Бекренев, но... В упорной борьбе сейчас мы, судейская бригада, вынесет вердикт. И ждет нас финал Эдуард Григорьев, Семен Владимиров. Ну, думаем, очень интересный финал будет. Подождем чуточку, сейчас разберутся. Окончательное слово за судейским коллегией. Главный судья Николай Дмитриевич Николаев, представитель уже из города Москвы, столицы нашей Родины. Он работает на сегодня в Федерации вольной борьбы Российской Федерации. За эти годы участвовал в многих международных соревнованиях, семинарах судей международных категорий. Вот и ждем решения коллегии. Судейской коллегии. Он сегодня является старшим судьей 8-х летних игр по вольной борьбе. Тут у нас и женская борьба, и вольная борьба. Вот два, так скажем, вида. Да. Это вес до 65 килограмм является нашим основным. Здесь у нас три мастера спорта международного класса боролись. Это Эдуард Григорьев, Нюргун Александров и Андрей Бекренев, вы его видите. Мастер спорта международного класса. По последнему действию, по последним, ну, получениям балла он пока чуть-чуть ближе к бронзовой медали. 65 килограмм – это очень конкурентный вес во всем мире. И нашим ребятам надо все-таки добавлять и добавлять. По борьбе спор продолжается. Николай Дмитриевич изучает все моменты. Да, ну смотрят записи, видеозаписи. Вот сейчас что мы... Тут главный судья сам смотрит. Ну вот, посмотрим.
ждем решения. Ну, как вы знаете, что в Усть-Алданском районе у нас, вот мы уже отметили, что команда Усть-Алданского района за эти годы 15 раз был победителем на перезене Николая Тарского, основоположника спортивного движения у нас республика Николай Николаевич Тарский, уроженец Усть-Алданского района, который в свое время руководителем спорта республики, председателем райисполкома, ну, человек очень активно работающий за развитие спорта, физкультуры на родном Якутии. Но борьба Усть-Алданского Улуса мы к нам подошли, судейская бригада, еще раз все смотрится. Решение принято, и мы получили за всех работников НВК поощрительный хлопок. Плечо Николай Дмитриевич, все это, какое-то сомнение было, и он принял окончательное решение. Но по борьбе Усть-Алданского района мы можем сказать, что она стабильна, дает мастеров спорта международного класса. Мы вчера отмечали, что Заболоцкий Афанасий, да, в свое время стал мастером спорта, член сборной России, участвовавший в Кубке мира в Токио в Содружестве. Соответственно, Егор Охловков, неоднократный призер чемпион Европы и мира среди молодежи, мастер спорта. Пантилов, международный класс. Иван Пантилов. Иван Пантилов, Семен Семенов, легендарный, борец уникальный. И Ариан Тютерин. Теперь еще, да, и ждем дальнейшее. Ну, и лидер здесь, сборной, да, команды, скажем. Победу бронзовой медали будет награжден Андрей Бекренев. Ну, он, оказывается, имеет повреждения, идет, но мы знаем, что Андрей такой борьбой, конечно, не очень доволен. Но бронзовые медали и победные баллы за третье место помогут сборной Среднеколымского района Улуса подняться чуть-чуть выше. И сейчас один из самых ожидаемых финалов. Все хотели видеть Эдуарда Григорьева, неоднократного призера чемпионата Европы, член сборной Польши. Победитель 6 спортивных игр. Давно мы его не часто видим. И благодаря 8 спортивным играм сборные Улусов собрались самых-самых лучших. Мы вчера в предыдущих передачах отмечали, что у нас отсутствуют два сильнейших. Да? Виктор Расаин проходит операцию, но, говорят, успешная операция прошла на связках в Москве. И Тимур Николаев, тоже один из претендентов, весе 79 килограмм, получил повреждение. Борьба началась. А Семен Владимирович, борец Таттинского Улуса, воспитанник Николая Романовича Крылова. И сейчас он тренируется у Артура, да? Да, ну они все вместе работают. Они все работают. Но Семен Владимиров очень давно занимается вольной борьбой. 2 года жил в Москве с Николаем Романовичем в юношеском возрасте, чтобы иметь борцовскую соревновательную практику. Там школу закончил. И мы ждем до сих пор. Ну вот у нас как бы с языка срывается понятие перспективный, да, но ребята уже возрастные. Это слово мы как бы... Атака в корпус, но опытный Эдуард Григорьев очень хорошо сорвал. И доминирует пока Эдуард. Но надо отметить, на ковре работает один из судей этого турнира, судья международной категории Петр Соловьев, Усть-Алданский район. Один из опытных
судей нашей республики, до России. И Петя в своем поколении тоже неплохую борьбу показывал. Да. Да, он сейчас работает тренером-преподавателем в Солданском районе, в своем родном районе. И, естественно, близкий человек и уже работающий для развития вольной борьбы нашей республики. Почти две минуты, да. Ребята отборолись. Осталось минута 15 до первого перерыва. За счет своего захвата ковра он получил поощрительный балл от судейской бригады, согласно международным правилам. Ну, а Эдуард Григорьев ищет борьбу, но Владимиров тоже проваливает, не встает. Тут уже хотел перевести, но не получилось вовремя. Повернулся лицом, грудью Владимиров. Да, да, Семен ушел в глухую защиту, все время срывает, выдергиванием вниз. Пытается просто одним движением поймать за ноги, но это не получается. И второй балл за выход. Да. Из-за ковра, да? Николай Романович забеспокоился. Заслуженный тренер республики, личный тренер. Атака Григорьева. Да, за голеностоп и сразу же вышел вверх, перехватил правые ноги. Очередных два балла Эдуард Григорьев, 4-0. Данил Неустроев доволен, но требует, что Эдуард продолжал атаку в партере. Да, ну Семен боится действий по своего соперника и не стал, ну, пассивную глухую защиту принял, не стал контратаковать. Счет остается неизменным. И первый период, безусловно, за Эдуардом Григорьевым. Здесь вопросов никаких нет. Пока Семен Владимир Борис Таттинского Луса не может раскачать, не может войти, получить удобные захваты, но у него и проходов-то, да, он как бы в высокой стойке хочет за колено взять и развить атаку, но не получается. Вот, мимо, и здесь чуть-чуть вышел, да. Тренера Чуровчинской команды. Атака. Дали ценные советы, наверное, Эдуарду, наставление дали, это его тренер Данил Неустроев, сын нашего Романа Васильевича Неустроева. Ну и Алик Макаров, это тренера. Мимо, да, опасное положение было, но с большим трудом с края ковра ушел Семен Владимиров. Да, 5 баллов. Еще есть время, 2 минуты 40 секунд до окончания, до финального свистка в этом весовой категории. Финальная борьба за золото. Но в нынешних правилах, правила поменяли после Олимпиады Рио, мы возвратились тем истокам вольной борьбы отошли от жребиев, отошли от периодной борьбы. Ну, снова атака Эдуарда Григорьева. 2-1 балла, 2-2, да, 2-2 оценили эти действия. Счет не изменился, паттеру 7-2. И борьба начинает набирать обороты. Очень понравились мне борцы, вот, больших весов, и там ребята бросали друг друга, да, на 4, на 5 баллов вчера было, и сегодня мы это увидим. И конкуренция в тяжелых весах увеличилась, до 125 боролись еще и мастер спорта международного класса, 7 мастеров спорта было, а в этом весе мы уже отметили, что до 65 килограмм боролись 3 мастера спорта международного класса. Но это уровень для республики. Атакует, пытается, еще 1,5 минуты есть, осуществить свою мечту стать чемпионом 8 спортивных игр у Семена Владимирова. Но Эдуард Григорьев, здесь на классе, пока на классе, на мастерстве, все
Ну, не форсирует, понимает, что отрыв достаточно для его уровня комфортный. Остается минута. Пока к динамике отступает Семен Владимиров, ищет, ну, наверное, скорее ищет попытку пройти с дистанции. Но ногами не дорабатывает и эту комфортную дистанцию не получает. Эдуард все время преследует. Нагнетает. Но вот, здесь, вот да, тут, вот тут уже забегание, да, как тут... будто нас услышал, доработал ногами и один балл заработал. Но Эдуард, но шанс есть. Задержался там, поэтому перевел, вышел назад за спину Владимира, получает один балл, по-моему. Да, один балл. 37 секунд. Есть время для хорошей атаки. Но здесь только шанс, амплитудный бросок на 4 балла. Вот сделать пятибалльный бросок, да? Но там... здесь можно еще попытаться быстро сбить партер и сразу же, ну, получить 2 балла техническим действием за переворот. Но время неуловимо сокращается для Семена Владимирова. 10 секунд осталось. Ну, время уже все тут уже. В пользу Эдуарда Григорьева. Да, мы можем начинаем поздравлять мастера спорта международного класса, члена сборной Республики Польша, призера чемпионатов Европы Эдуард Григорьев. Становится победителем 8-х игр народов Якутии. И своей второй родине Чурапче приносит золото. Но он, мы знаем, что он Вилюйска. Да, ну поздравляем коллектив Чурапчинской спортивной школы, тренеров Данила Неустроева, Алика Макарова, Кирилла Захарова. Ну, коллектив всех спортивных работников, педагогических коллектив. Школа-интерната, спортивная школа, института физической культуры и спорта Чурапче. А я думал, он флаг. Да. Я думал, он флаг требует. Но все, простим Эдуарда. Спокойно, динамично на классе обыграл в одни ворота Семена Владимирова. Не дал мне, ну как бы, два раза дал пройти, но безопасно, как бы согласился, что для победы хватит 7 баллов, так скажем. Да. И у нас следующая весовая категория 79 килограмм. Тоже из Средней Колымы молодой перспективный мастер спорта, воспитанник училища Олимпийского резерва Андриан Ленский против Дениса Максимова. Дениса Максимова, вес до 79 килограмм. Ну, в этом весе борьба предварительно вчера, она вся прошла. Ну, и здесь пока на средней дистанции бесконтактно почти борются ребята. Ленский Андриан проиграл свинобою Станиславу, лидеру, ну, молодому члену сборной России. Стас показал очень хорошую верную борьбу. У Андриана не было шансов. А Денис Максимов... тоже проиграл Станиславу. Ну, полуфинале, и в этом году сегодня выходит за бронзу. Пока ведет Максимов, но более активен Андриан Ленский. Андриан в этом году очень хорошо заявил себя в январе. Но есть борцы, которые борются зимой, есть борцы, которые очень хорошо борются летом. Но говорят, это связано с
биологическими процессами от рождения люди есть, которые очень хорошо достигают своего пика уровня в летнее время. Ну, 2 минуты отборолись. Но здесь опасно для Дениса Максимова, потому что он первый поощрительный балл получил. Если он дальше себя будет так бороться, то такой же балл могут дать и Андреану Ленскому. 40 секунд окончания первого периода. Счет 1-0. Максимов впереди. В втором бронзовом финале будет бороться Семен Кычкин и Петр Захаров. И в финале в этом весе у нас, скорее всего, досрочная победа определена. Просто я не вижу схватку за это. Сандал Горохов и Станислав Свинобоев вышли в финал, но в итоговом протоколе финал не обозначен, но мы все это услышим, узнаем. Атака Максимова, борца в синем трико. Да, мы получили оперативную, очень быстро все поправимся, что выйдет. Ну, победителем скорее из-за каких-то болезней или недогонкой веса Сандал Горохов не сможет выйти в финал. Поэтому мы увидим Станислава Свинобоя чемпионом. Про Станислава Свинобоева все вы прекрасно знаете. Мы неустанно про его результаты и сегодня, и вчера все время рассказывали. Парень очень скромный. С утра мы с ним переговорили. И вот и как бы вес всего 76-7 килограмм. Он будет переходить на 74. В этом году отборется. Атака Дениса Максимова. Да. Сразу после поощрительного балла Денис Максимов активизировался и заработал 2 балла. Остается 2 минуты до окончания бронзового финала. Андриан Ленский, всего 21 год. Очень мы рады, что в этих средних весах появляются ребята молодые, амбициозные. И надеемся, что они будут в стенах центра подготовки членов сборной Республики Саха. СПС будет продолжать профессиональную борьбу и достигнут, будет достойно конкурировать с ведущими регионами. Ну, прямо скажем, как Кавказского региона, который доминирует сейчас в этих весовых категориях. Четыре один, минута 25. Естественно, в таком весе 125 килограммов, нет, 79 килограммов у нас борцов, ну, перспективных борцов у нас все-таки мало, не сравним. Да, как всегда, да, Семен, да, Сергеевич, да, со мной не согласен. Я только что объявлял, что борцы появляются. Да, появляются, это хорошо, но мы же хотим, желаем, чтобы... Молодые ребята, вот, ну, сейчас крупным планом нам показывают чемпиона России, сегодня призеры этих игр, одного из тренеров нашего центра подготовки сборных команд, Егора Пономарева.
Ну, продолжается Андрей встреча. Андреевский пошел ва-банк, атакует, но Денис Максимов, понимая, что начал чуть-чуть, и Ленский подавляет, начинает активной защитой заниматься, бросками ногу. Вот уж лампочка. Опасное, опасное положение. И да, здесь максимально, что можно сделать, Андриан сделал, и по техническим действиям выходит вперед, 35 секунд. Да, морально-волевое качество проявляет отменно Андриан Ленский, молодец. Ну, правильно, до конца должны работать. Вот сейчас остается 35 секунд времени, и ребята работают очень упорной такой борьбе, чуть-чуть. Минимальным счетом вышел вперед Ленский Андриан. Но максимум надо самому что-то делать. Остается совсем мало, 20 секунд. Да, но он не может как бы отойти. На мельницу хотел, но он... За пятки чуть, да. Контроль был, 12 секунд. Да, контролирует, да. Контролирует Ленский. Он знает, но и время смотрит. Денис Максимов, да, упускает победу. Вот рано ушел в активную защиту. Да. Хотел отлежаться проходами. Высадом хотел, ну, выйти, но отдает, ну, банк. Два балла отдал. И это конец. Да. И бронзовый, второй бронзовый медаль завоевывает команда среднеколымского улуса Андриан Ленский. Очень молодой, перспективный парень. Всего 21 год. И в этом году второй раз подряд занимает третью ступеньку пьедестала почета. На этот раз он будет стоять в пьедестале 8 спортивных игр народов нашей республики, нашей малой олимпиады. Он войдет в историю среднеколымского улуса, вольной борьбы, во всех справочниках, брошюрах. Записал свое имя достойно. Последние минуты вырвал победу по полу, да, с корпуса. Да, ну, пожелаем. Перевернул, да, повернул с корпуса. Пожелаем парню дальнейших успехов. Нужно очень крепко тренироваться. Сейчас Алексей Федоров, его тренер, его поздравляет. Ну, естественно, очень рады среднеколымчане. Но это действие, да, Дениса Максимова проходом. Ну, повторю, вы сейчас провалил, увидите, еще раз проход. Это два его действия, которые принесли ему 4 балла. Но ответ был у Андриана Ленского достойно. Вот. Вот бросок. Лампочка, да? Да, 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 да. Голова, рука. Из-под плечи, да, да. Полукрюгом захватил корпус и опасное положение поставил. И видим мы Ковяльский. Семен Кычкин. Да. И Петр Захаров. Ну, это тоже интересная борьба будет. Чуропча, Чуропчинский борец Петр Захаров. Силовик, бросковый борец. Очень как бы под настроение борется. Иногда проваливается. Но Семен Кычкин и утром, и вчера показал такую борьбу. Опасен. Ну, здесь, ну, да, здесь бронзовая медаль будет решаться в очень напряженной борьбе. Ну, сейчас мы видим, дорогие друзья, 79 килограммов, бронзовый пенал, скажем. Встречаются Кычкин и Захаров, представители Ковяльского и Чуропчинского улуса. Петр Захаров, да, тоже молодой. Да, они все оба молодые. 22 года полных, 23 лет. Но он уже проявил себя очень хорошо, в молодом возрасте завоевал титул. Ну, горячие, ребята, да. Горячие, горячие ребята. Но здесь, ну, очень надо... опасно тем, что, да, за неспортивное поведение ты можешь получить, ну, дисквалификацию, да, и 16 место. А это уже грозит провалом. Ну, пожали друг другу руки, естественно, это... Семен старше, да. Семен должен успокоить сейчас борьбу, но он, ему уже 28 лет, 27, 28 пошел, ну, кандидат мастера спорта обои, ну, на подходе мастерской норме.
И они борются в самом престижном... Ну, собираться ковре, на ковре, да, и работать, четырехлетие, как следует, показать, на ковре способны, восьмых, да, спортивных игр. Полторы минуты отборолись, борьба очень активная. И в основном уходит от борьбы, срывает захваты Кычкин Семен. Мы отмечали, что Петр Захаров может показать второй этаж, и он это знал, знает. Уходит хорошо назад. Поддавил и заработал. Вот. Да. Ну, тут уже должен давать что-то. Ну, заработал. Здесь претензии предъявляет наш очень опытный тренер, неоднократный чемпион нашей республики Кирилл Захаров. Но он тоже в Чуропча является центром подготовки. Там имеется свой центр. И многие борцы, в том числе Нюргун Скрябин, проходили школу Кирилла Захарова. Но это не украшает такие вот действия спортсменов, вольную борьбу. Но это часто случается, контактный вид спорта. Смотрим. Ну, здесь претензии, что свисток на действие арбитра, свистка не было. Ну... И требует 2 балла. Но вес 79, он не олимпийский, но в этом весе наше старшее поколение, пока у нас достойные были, Петр Попов, да, один из первых, Роман Неустроев, безусловно, Павел Пинигин, и вот Кирилл Захаров, тоже Иван Сивсев, Александр Мартынов, здесь очень много было. Хороших борцов, Леонид Спиридонова можно к средним весам, да, отнести. Но самых хороших результатов в больших весах занимал Семен Семенов. С Казахстана боролся. Воспитанник учелданской борьбы. Но Анатолия Николаевича Константинова, ученик. Да, и Будимира Яковлевича. Григорьевича Яковлева. Да. Но здесь Петр Захаров... успокоился. Я думаю, он успокоился. И ему подсказали, что за агрессивную борьбу могут и снять соревнований. И счет пока на табло 2-0. Все внимание надо уделить ведению борьбе, схватки, а не каких-то других действиях. Нужно соблюдать правила, как говоришь, это этикет все-таки. Ну вот и нужно бороться надо, а нет. Все готово. Решение принято. 3-0. Пользу 1, да? Здесь пока еще с таблом. Судья, хронометрист, ребята, которые работают в табло, сейчас все поправят по решению судейской коллегии. Да, за счет своих ошибок Петр Захаров пока не может заработать конкретно очень технические баллы. Это он может. И атака была с его стороны. Да, нынешнее поколение якутского народа крупнеет, очень отрадно видят и ребята физически полноценно развитых, в вольной борьбе, да, сила имеет значение, но сила такая, она должна быть и взрывная, выносливая. Ну, все говорят, что в борьбе слишком накачанные, слишком, как говорится, отработанные неприродные мышцы, они могут и помешать. Естественно, все должно быть пропорционально. Да.
И мы знаем, что испокон веков, из времен Лонко, якутские батуры предрасположены в вольной борьбе, и народ любит, генетически любит борьбу, тапсагай, вольную борьбу. Да, у нас задержка, задерживаемся. Идет, как-то никак не могут настраивать аппаратуру. Ну, сейчас посмотрим, чуть-чуть подождем, потерпим. Ну, идет, да. Первый период всего. Но да. Зато нам дают рассказать. Да. Ну, как бы... Очень правильно. И сейчас Александр вам еще расскажет, какие былинные сказки, там, какие былинные герои у нас были. Народ это любит. Вот мы этими гордимся, что у нас есть и в литературном плане, и в письменных, и в историческом плане. У нас все есть. Какие силачи были. Но это лучше расскажет, наверное... Иван Петрович Ушницкий, мой брат, он написал несколько книг. И, да, я тоже, конечно, знаю, но время нам этого не позволяет. Я хочу остановиться в развитии борьбы, в динамике. Да. Дело в том, что последние годы все руководство республики, тренерский состав начал очень дружно, коллективно работать и начинает развиваться и любые вещи. Да. Ребята, раньше когда, иногда мы отмечали, что у нас упор делается в легких весовых категориях. Сейчас появились тренера, которые нашли больших ребят. Ну, это бессмертный Аял Лазарев. Семен Семенов. Ивана Николаевича, всего ученик Аял, да. И, ну, как бы сказать правильно, но здесь дорогу пробивал и... Иннокентий Семенович Кочкин, молодые, юношеские годы. Да. Ну, Иннокентий не забудем, но основные вот дорогу пробивал в среднем весе Леонид Спиридонов, нынешний министр спорта. И появилась надежда, сейчас очень хорошо работает этот коллектив, появилось ряд конкурентных борцов. И мы видели, да, вот недавно Нюргун Чукров занял первое место в Минске среди тяжеловесов в своем возрастном категории. Вот вчера видели Данилова, да, молодого мастера спорта, 21 год, уже чемпиона, абсолютно чемпиона в борьбе по капсагай. Есть у нас Никита Хабаров, Эдуард Семенов, Андрей Аронов. Есть у нас Нюргун Сергин, воспитанник Степана Петровича Сивцева. Бессменный капитан последних двух лет сборной республики. Нюргун очень хорошую борьбу показывает зимой. Ну и вчера, позавчера, очень увлекательной борьбе, ну, прямо скажу, наказала Максима Толмачева в последних секундах. И Максим Толмачев сейчас представляет Красноярский край. Там он проходит борьбу. С Максимом я знакомый с детства. Он мархинский, но он выходит из северного района, рано переехал в Якутск, занимался дюша номер 3, имел проблемы со здоровьем, но сейчас не до конца восстанавливается, но у него вот, он мне жаловался, не жаловался, а говорил, что Семенович говорит, я вот переехал на родину буквально там за неделю, у меня вес, говорит, ушел. Чистый вес, говорит, было 100, а сейчас, говорит, 96 килограмм. Но, говорит, я буду работать на селе летом над физическим состоянием, над здоровьем. И, говорит, обещал мне, говорит, я зимой буду готов. Но он призер чемпионата молодежи России. И, говорит, очень хорошо приняли, говорит, и красноярские. Спарринг-партнеров достаточно. С ним упорно и крепко работает Овсяников, мастер спорта международного класса. Но аппаратуру как? Вызывает борцов. Счет 1-0. Но за последнее действие почему-то судейская бригада решила... Видать, свисток в самом деле был, ну, прозвучал скорее. Остается минута первого периода, 1-0. Семен Кичкин впереди. Но это ничего не означающее преимущество. Ну, а есть еще время, только на этот первый период идет встречи, поэтому рано мы не будем. Но Кирилл Захаров уже начинает подсказками своими гонять.
Петра Захарова, это, наверное, правильно. Он физически мощен, имеет большие результаты, но он должен активно бороться. Конечно. Имея такой арсенал бросков, надо войти в плотный захват. Раскрыться надо самому, пока он как-то раскрепощенный, так скажем, что-то. Мешает, может, травма? Ну, может, все может. Но он апеллирует, вот это нехорошая сторона, да? Да, апеллирует. Это отвлекает. Да, от самого борца. Да, самого борца отвлекает. Нужно всю мысли, волю, силу, характер надо показывать в ведении борьбы. Там. Он дает понять арбитру, что Семен Кличкин срывает схваты. Да. Арбитр свое дело сделает, он знает. Когда... Без подсказки, да? Да, без его подсказки. Конечно, арбитру все видно. Да. Но Семен... Я про Семена уже рассказывал, повторяться не буду. Он чуть-чуть старше, опытнее. Он знает, что в контакте, в плотном контакте, если он войдет, он, скорее всего, получит бросок от амплитудного Петра Захарова. И поэтому он пытается защититься ложными захватами, срывами, блокировкой. Ну, это правильно тоже. Он тактику такую поставил. Конечно. Просто, наверное, скорее всего, в проходах, стремительно переводом хотел пройти сбоку за ноги. И не пытается даже атаковать ноги. А такой же, Петр Захаров. Хотел провести. Да, как будто подсказку получил, да? Ну, хотел от Семена Кличкина. Перевод не получился. 30 секунд уже прошло, да. Но арбитр сейчас, скорее всего, даст поощрительное. Бал Захарову. Не поощрение, а это замечание, это предупреждение уже. Видите, вот дает 30 секунд, уже он крутил руками. Тарахтин, жесть, да? Да, это жесть, означающий, что дается 30 секунд. За это определенное время нужно провести технические действия, но пока нет этого. А раз нет, за 30 секунд пройдет, наказывается баллом. Здесь откровенно скажу, да, пока без заработанных баллов Петр Захаров имеет шансы стать бронзовым призером, уже получил. 1-1, он уже впереди, но остается еще минута 45. Для Семена Кличкина становится все сложнее, сложнее. Теперь предупреждение получает Петр. И за срыв захвата. Опять свисток, да, это совсем не спортивно. Да, еще один. Дисциплинарные баллы получает Семен Кличкин. Это правильно, надо успокоиться Петру Захарову. 3-1. Да, очень тяжелая борьба идет. Накалилась, да? Не нужную сторону. Накалился, это хорошо, но в другую сторону прошло, как вы заметили. Это же не этично, не культурно, это не спортивно. А тут нужно показать себя приемами, бросками. Вот это надо сделать. Но вот в жизни это ребята очень образованные, начитанные, да, большие спортсмены, которых мы знаем. Я очень многих... Минут остается. Музыкально развитых. Да. Я слышал, как играет Белян Махов на пианино. Да. Вообще красота. Да. Как поет Василий Стручков у нас. Да, да? Да, у нас есть... Человек. У нас есть доктора наук. Да. Бортнягин Иосиф Иосифович, Владимир Торговкин, кандидат педагогических наук. Яков Воробняга. Николай Николаевич Рожин, да. Тоже заслуженный тренер, воспитывающий очень многих наших знаменитых борцов. Да. Петр Захаров. Виктор Петрович Наговицын, да. Первый ученый.
министр спорта в свое время, да, давай. Да я скажу, что здесь Петр Захаров с вот это неправильное кредо взял и за счет этого отдает бронзовую медаль. Грубо всегда наказывается. Конечно. Остается 10, 5, 8 секунд, да, уже время заканчивается, и естественно. Это отчаянно. Ай, да, время не было. Ну, но все, мы, все. Мы поздравим с Семена Кычкина бронзовыми медалями Кабайский улус. Ну, Петр Захаров, имея все шансы, но здесь чуть-чуть нервный срыв, маленький, да? И ну, вот, это, разломался борьба. Да, он сам себя наказал. Сам себя наказал. Да. Ну, мы поздравляем бронзового медалиста. Это очень хороший успех. Парень собрался. Да, вот сейчас. Сейчас должны пригласить нашего молодого перспективного борца, члена сборной России. Наш знаменитый судья-информатор, комментатор Александр Васильев вызывает на ковер чемпиона России в своем весовой категории, члена сборной России, призера чемпионата мира, члена сборной Мегнокангаласского улуса. Очень хорошего парня, спокойного, начитанного воспитанника, заслуженного тренера Белоруссии, Республики Саха, Василия Уварова, получает золотую медаль. И второе место, но это, наверное, мы в протоколе потом узнаем, по какой причине второй полуфиналист не вышел на ковер. Сейчас у нас остаются самые-самые 92 килограмма, 125 килограммов. 125 и 92 килограмма. И вызывается на ковер сразу же вызывается на ковер Иннокентий Иннокентьев и Владимир Федоров. Да, вот буквально полчаса назад Владимир Федоров в очень упорной борьбе одолел многократного чемпиона Дмитрия Шадрина в утешении. Они, ну, вчера в полуфинале Иннокентий Иннокентьев уступил Игорю Сафронееву. Но борьба пока так. 40 секунд прошло, очень осторожно начал Иннокентьев. Кеша выступал в свое время за сборную Кыргызстана. Мы видели его очень, я видел, как он в Ташкенте боролся. Весит 74 килограмм. Владимир Федоров, мастер спорта многих видов спорта по национальным видам нашей республики, неоднократный участник Игорь Дегина, Ова! Ну и здесь на как бы это мастерство, абсолютное мастерство, именно загружает, начинает операции на противоходе. Бронзовым призером победой на туше. Достойно и быстро завоевал мастер спорта Иннокентьев, Верхневилюйский улус, да, в интересах команды
Кеша выступает. Мы напоминаем, что Иннокентий Иннокентьев начальную школу борьбы проходил здесь, в Шелданском районе. Его отец тоже борец очень хорошего класса. И в дальнейшем воспитывался, проходил под руководством Будимира Яковлева за сборную Кыргызстана. Ну, еще раз говорю, 86 и 92 килограммах очень блистал Семен Семенов, мастер спорта международного класса, который делал фурор своей ситуационной борьбой с приемом Капсагая. Очень физически одаренных соперников, чемпионов мира ложил тоже так же, как и Иннокентий Иннокентьев сегодня разобрался Владимиром Федоровым. Ну, у Владимира, да, в самом деле шансов было мало против такого мастера. Бороться было очень-очень, найти ключи было очень-очень сложно. Сейчас у нас Данилов и Василий Винокуров. Про Василия мы вчера очень хорошо рассказывал. Некороков улетает. Улетает, да, Данилов на четырехбальный бросок. Ну, вчера-то Эрхан очень хорошо показал. Мы потом у ребят узнали, что Эрхан работает тренером в Кабельском Улусе, воспитывает очень хороших перспективных борцов. И, несмотря на свой возраст, вышел на ковер. А на барском Улусе работает, да, вот меня сразу же подправили, рядом со мной Егор Старостин, все знает о борьбе, и Данилов у нас. Владимир Данилов, мастер спорта Сунтарский Улус. Ну да, это характерный бросок борцов, который представляет на сегодня Сунтарский Улус. Это элита наших борцов, которые очень много умеют делать в верхней стойке, защите, активной защиты. Опа, еще раз. Да, все время при шаге, при первом шаге подлавивает еще четырех. Бальный бросок. Владимир Данилов, сын Николая Данилова. Он меня удивил в весе 70 килограмм в корпусском турнире вот своими такими бросками. Он тренер сейчас, работает тренером, помогает Николаю Хлопкову. 8-0. И наглядно сегодня показывает, что не только он учит, но и очень хорошо умеет работать ногами. Повреждение получает Эрхан Нехароков, Анабарский Улус. Вчера Эрхан в очень упорной борьбе выиграл действующий спортсмен Алексея Ефимова. Ну, смотрите как. Вот такими бросками обладает у нас весовая категория 92 килограмм. Остается почти 40 секунд в борьбе за бронзу. Атака Эрхана Нехарухова. Но это вес Нюргуна Сергина. Нюргунов плотную подошел по мастерству ведущим борцам Российской Федерации. Он победитель двух международных турниров, призер международных турниров. И очень сейчас подпирается. Ну, буквально, я думаю, что через год-два он уже будет занимать призовые места в России. Он борется за Мирнинский район.
Вчера он стал чемпионом в весе 97 килограмм. Один балл получает Аркан Нехарухов. И первый период заканчивается со счетом 8-1. В полуфинале Аркан уступил Василию Винокурову. И в финале у нас сегодня будет бороться Василий Винокуров и Игорь Сафронеев. Тоже будет. Используя вес соперника, одним движением Владимир Данилов заработал очередные 8 баллов в первом периоде. Борьба успокоилась. Аркан, получив два таких броска, побывав на втором этаже, отошел от Владимира на дистанцию. Решил сейчас, он тоже умеет бросать. Почти 2 минуты 10 остается, но согласился, скорее всего, или готовит, собирается. Долго собрался, сразу же получил предупреждение, замечание от арбитра. Аркан Нехаруков. Но, думаю, 7, разрыв 7 баллов. Начинает с передней подсечками, пытается расшатать Владимира Данилова, но пока без это не дает никаких эффектных движений. Минута 30 остается, и все равно, ну да, травма ему мешает или как. Ну тоже, ну... Здесь... Когда есть определенные трудности, все время судьи просят иногда, чтобы врачи очень внимательно смотрели за состоянием борца, потому что на в горячих порах ребята иногда продолжением борьбы из-за вот усугубляют свои травмы, потом получают определенные вот трудные времена. Но Аркан Нехарухов снял связку, палец опух очень сильно. И он попросил даже по-дружески нырком, но это ожидаемо. Крестный обоюдный захват идет на обострение. Владимиров контролирует, чуть-чуть не хватило Аркану, там просто захват очень сильно растянулся. Секунд осталось. Еще, ну, это балл отчаянный. Владимир Данилов понимает, что за 30 секунд. Но он прочувствовал Аркана, спокойно контролирует. Прочувствовал ее скорость, его вот захваты. Thank you.
Да, и Аркан тоже начинает апеллировать, потому что он считает, что Владимир как бы умышленно разрывает захваты с правой руки, где у него есть болевое место, ушиб пальца. И 2 секунды здесь. Ну, да, все баллы как бы выталкиванием. И со счетом 8. Ну вот, и со счетом 8-4, 8 баллов, очень красиво, 4-бальными бросками в первом периоде Владимир Данилов себе обеспечил, и дальнейший ход борьбы для него уже не представлялось, как бы, досрочной победы, и он спокойно довел борьбу за бронзу в спокойном ритме, и будет стоять на пьедестале, ему и Сунтарский улус получит определенные выигрышные баллы за третье место, весит до 92 килограмм. И мы ждем. Но Владимир Данилов после тяжелой травмы отошел от профессиональной борьбы, стал работать тренером у себя на родине вместе с отцом, стал помогать выходцу Николаю Охлопкову в ее легионерстве. И вот бросок, да, просто здесь и ситуация была такова, что добровольно, можно сказать, направил Эрхана Нехорукова в второй этаж и за эти действия получил 4 балла. И, наконец-то, финал. 92 килограмма. Бессменно участвует в финалах. И 86 килограмм, и 92 килограмм. Борис в красном трико, мастер спорта России Игорь Сафронеев. И тоже бессменный участник всевозможных финалов внутри республики Василий Винокуров, представляющий Чурапчинский улус. Но здесь борьба будет осторожная. Да, ну будут в первых минутах, конечно, будет ждать неожиданных ошибок, скорее за счет ошибок соперника попытается заработать баллы. Но как, если сам не будешь атаковать, только ждать, не видать тебя золота в финале. И вес такой, 92 килограмм, мы видели, что ребята в этом, в своей категории делают такие броски. А Игорь, любимый его прием — мельница у Игоря Сафронеева. Он любого соперника может подловить момент и бросить на 4 балла. А Василий Винокуров такой позиционно-сильный, тактически грамотный борец. Он этого никак не допустит. И Игорю придется искать свои баллы в нижнем этаже. Вчера Игорь Сафронеев в упорной борьбе выиграл в полуфинале Иннокентьева, а в четвертьфинале выиграл у Владимира Федорова. А в первом финале выиграл у Дмитрия Шадрина. Представляете, какой путь был у Игоря Сафронеева до этой схватки? А Василий Винокуров выиграл Павла Иванова. Следующим его соперником был Владимир Данилов, которого мы вот недавно видели. И в полуфинале одолел Эрхана Нехорукова. Счет пока 1-0 в пользу Василия. Вот, и вот
продолжу свой рассказ. Вот до крайнего сиска судьи опасно говорить, что Усть-Алданский район займет первое общекомандное место, но имея 4 чемпиона сейчас на данный этап времени, можем сказать, что сборная команда после долгого перерыва займет в командном плане идет предварительно на первом месте. И будем говорить, что начиная с 62-х годов, когда здесь вот Семен Дмитриев, первый из якутян, который попал в сборную Советского Союза, начал тренировать поколение борцов. Иван Оклопков, Иван Соловьев, Моисей Литвинцев, Константин Давыдов, Константин Местников. Но до них еще очень хорошо боролся Василий Румянцев, 17-кратный чемпион нашей республики, долгое время работал, отдавший всю жизнь в развитии вольной борьбы. Это тоже уроженец Усть-Алданска, Улуса. С появлением Иннокентия Халдеева борьба пошла вверх. Потом среднее поколение тренеров – это братья Константиновы, заслуженные тренера нашей республики, Николай Николаевич Константинов, Анатолий Николаевич Константинов, заслуженный тренер, кандидат педагогических наук Николай Николаевич Рожин, Николай Романович Крылов, Иннокентий Михайлович Захаров. Воспитали несколько международных мастеров, про которых я уже говорил. Это начиная от Афанасия Заболоцкого, Пантилов, который сейчас очень хорошо работает в родном Улусе, Егор Охловков, Семен Семенов, Нюргуна Чукрова можем посчитать нашим своим родным человеком, который здесь воспитывался в тяжелом весе. Сейчас работает Михаил Захаров, но не забудем и первого тренера и тренера Семена Петухова, ну и, конечно, Дмитриев и Иван, который вот последние 10 лет выдал, последние 20 лет сначала выдал Виктора Лебедева, потом Ариана Тютрина, Виктора Рассадина. Так что динамика развития вольной борьбы в Усть-Алданском Улусе находится в хорошем тонусе. О борьбе у нас в первый период заканчивается 4-1. Василий Игорь Сафронеев заработал 2 балла. Вы все это видели в своих экранах. Отдал 1 балл за выход за ковер и перерыв на 30 секунд. Конечно, Игорь Сафронеев подавал очень большие надежды, но потом жизненные обстоятельства, женитьба, создание семьи, хозяйственная деятельность, пошел в МЧС и начал заниматься другими видами спорта. Но основное его кредо – это лидер наших Абсагая в своих весовых категориях. Но сейчас он впереди. Но сегодня сборную команду Усть-Алданского Улуса мы видели. Готовили Иван Данилов и Михаил Захаров. Руководил всем процессом Степан Петрович Сивцев. Ну, Усть-Алданская земля, конечно, богата большими талантами во всех поколениях. И как человек-свидетель, вот связка получается, да. Мои родители были в первых рядах борьбы. Наше поколение тоже дала. Я еще раз повторю, что на мое поколение дала двух доктора наук Портнягина Иосифовича. И кандидата наук Якова Сыроватского, ребят, как мастеров спорта, которые посвятили работе. Это тоже большое достижение. Ну и в журналистике, в статистике Петр Павлов,
Иван Ушницкий, Илья Ушницкий, Николай Босиков, тоже очень хорошо боровший и ведущий репортажи по радио, до сих пор его помнят. И в журналистике, и в тренерском составе, и, конечно, Барсаха имеет очень хорошие традиции. Борьба продолжается, Игорь Сафронеев, ну, пока большого такого напора от Василия Винокурова не получает. Ну, свои моменты он отрабатывает до конца, и выталкиванием заработал еще один пятый балл. Ложное движением, показом он вывел равновесие Игоря Сафронеева, Василий Винокуров, но не воспользовался. Минута 10 остается. И в весе 92 килограмма. В девятом весе будет известен полный пьедестал. Намские болельщики уже в стадионе начинают чуть-чуть праздновать. Но этим Василий Винокуров не согласен. Ну, не дает Игорь Сафронеев, упираясь головой в грудь, он не дает, охлаждает атакующий пыл Василия Винокурова. Но сейчас начал отходить Аркадий Тостыгин, судья международной категории. Понимая, что в этом весовой категории большого конфликта не будет, подгонять больших спортсменов остается всего 10 секунд. И по правилам запрещено окончание 30 секунд давать предупреждение. И он спокойно дает. Финальный звонок. Ну и еще балл дарит Василию Винокурову за уход. Но да, мы внимательно посмотрели, что Игорь Сафронеев не стал рисковать. Это правильно. Есть победа. Преимуществом 2 балла. Все баллы заработаны техническими движениями, выталкиванием, показыванием активности. И поздравляем чемпиона 8 игр. Спортивных игр народов нашей республики Игоря Сафронеева. Он заслужил эту победу со своей преданностью спорта. У него норма жизни спорт. Ведет очень активную пропаганду Капсагая. Любимый зять намского улуса. Почетные работы неком честь, скорее всего, скоро будет. Но со своим возрастом он не согласен. Очень хорошей физической форме. Ну и еще раз скажем, что он Вилюйского района, насколько я знаю, могу ошибиться, или Верхневилюйская, или Вилюйская, выход из Вилюйского района. И всегда его в этих районах почитает. Он пример якутского батура. И самый 125 килограмм. Не буду скромничать. Очень люблю борьбу в этой весовой категории. Болею за наших гигантов. Никита Хабаров и да, сейчас я подправлюсь. У меня Данил Иванов и Кузьма Сивцев. Чуть-чуть не разобрался в международном протоколе. Здесь по-другому. Ну, бессменный наш человек, отдавший пропаганде спорта, работающий в детско-спортивной школе. Кузьма Сивцев, единственный пока действующих спортсменов, вышедших на этот ковер, мастер спорта международного класса. Против него очень талантливый, от природы одаренный Данил Иванов хангаласского улуса. Но в этом весе, конечно, славу якутскому борцу спорта, вольной борьбы принес Аял Лазеров, воспитанник заслуженного тренера Российской Федерации Сивцева Николая Владимировича.
Ивана Петровича, который до сих пор очень плодотворно работает, у него воспитанники дают результат. И мы, как уже повторили, надеемся в Париже увидеть еще раз. Сейчас, ну вот, Нюргун Чукров, Николай Чукров, сын их, Нюргун Чукров тоже очень хорошо борется. Мы вчера видели Ивана Хлопкова, еще выйдет воспитанник Андрея Ронов и Евгений Алексеев. Да, атака, очень хорошая атака, и может провалиться, но нельзя было так поступать. Еле-еле от накрывания, да, Кузьма вспомнил свою молодость и контратаковал в партере. Мы ждем такое действие всегда, он апеллирует маленько, но балла не было. Зацепил за руки и хотел накрыть, но еле уж вовремя вспомнил, что против него стоит мастер спорта международного, молодой порывит. Данил Иванов хотел еще раз накатить. Нет, судьи дали. 2-2. Да, это борьба Кузьми Сипсова. Спортивного пола. Но с этим не согласен Петров. Опытный мастер спорта. Он посчитал, что не заслужил Кузьма Сипсов эти 2 балла. Николай Дмитриевич подсказывает, что здесь надо поправку в самом деле. Характерные жесты мы сейчас видим. Захватил левую руку, привязал, ногой подтолкнул, голову подсек и выскочил. Очень хорошее положение. И сразу же сбив партер. 2 балла здесь бесспорных. И идет с корпуса, с груди. Но вы видите, захватом руки Кузьма атакует. И дальше бороться. Но да, здесь понятно. Зашагивание. И получается, нагло, уверенно зашагивает Дмитрий Иванов. Но опять упускает. А контратака Кузьмы, атака опасная. Да, красивейшее зашагивание, на силу умело использовал свои антрометрические данные Данил, но очередной раз уходит с опасного положения Кузьма Сипсов. Ну, здесь должны дать Кузьме балл. 3-7. Открытая. Ну, здесь Кузьма-то не чувствует такой опасности. Идет захват и отдых, да. Вот видите, как больная борьба, 125 до 25 килограмм. К сожалению, сегодня один из борцов, ведущих наш, Эдуард Максимов, не прошел взвешивание. Да, такой исполин Данил Иванов. Ему надо продолжать заниматься борьбой, найти такую хорошую школу, пройти. Но у него, конечно, есть пока изъяны. Вот это как бы с юношеств, да, здесь просто нагло и красиво положил, но не упустил, а упустил из-за того, что это есть в школе борьбы какие-то изъяны, недополучил уроки с такого захвата. Ну, а Кузьма-то мастер спорта международного класса, он не может себе позволить лечь на лопатки, ищет атаку. Вчера Данил Иванов, проигрыша, узнал от Евгения Алексеева, мастера спорта. Просто он не в ту... О! Самоклад! Да, здесь туше. Не почувствовал, к сожалению, Кузьма Сипсов, что разница в высоте, разница в скорости. Начал рисковать и просто получил самоклад. Получился.
победу в туше и бронзовые медали очередной раз на свои шею. И принес свои, наденет Данил Иванов. И очень нужные очки принес своей команде. Поздравляю молодого борца, абсолютного чемпиона по борьбе Капсага Игорь Манчары. Бронзового призера 8-х спортивных игр народа. Вот это да, просто перешагнул на скорости и с траектории броска ушел. И здесь, да, как можно 120 килограмм в висящем положении не вы... Да, Никита Кабаров и Федор Иванов. Джиганский район. Никита Ховаров вчера в упорной борьбе уступил Андрею Аронову. А Федор Иванов тоже в полуфинале уступил ему. Это нижняя ветка. Они продолжают борьбу за бронзовые медали. Хабарову против Хабарова Эдуард Максимов не вышел сегодня. Их первая схватка. Федор Иванов в первой схватке 1/8 выиграл Павла Попова Анабарского Улуса. И второй в четвертьфинале выиграл у Ивана Алексеева Верхневилюйского Улуса. Федор Иванов мастер спорта. И действующий чемпион нашей республики Никита Кабаров, воспитанный к Дюша-3. Очень перспективный борец. Он как бы от природы тяжеловес. Он с детства борется в больших весах. Вдумчиво работает. 22 гопси. Но здесь, да, как от стены отлетел Федор Иванов. И 2 балла. И не стал, да, пока события позволяют Никите. Просто сейчас Никита находится в очень хорошей физической форме. Недавно очень хорошо боролся в чемпионате России. Но они, вот эти тяжеловесы, конечно, все растут на примере, благодаря успехам Аяла Лазерова. У Аяла, конечно, тоже были, от природы он очень высокий, но у него волокна мышцы не позволяли быстро набрать мышечную массу. И ему проходилось ехать даже в Соединенные Штаты в Америке за свой счет. Там пытаться найти технологии, которые вот помогли ему набрать вес. Он недовесок был. И так, пока говорил 10 предложений, Никита Кабаров завоевал бронзовые медали. Здесь просто рассказать нечего. Так как действующий профессиональный спортсмен, обязан был Никита здесь выиграть. И ждем. Евгений Алексеев с большим перерывом выйдет в финал. Вышел в финал очень хорошей борьбой. И вот видите как. Ну здесь превосходство физики очевидно. Играющий в партере даже не стал. Он прочувствовал, что можно сбить его. Да, отчаянный. И на крест. Раз. Комбинация прошел. Ну, захватил ноги крест. Прямым крестом и спокойно раскатал Федора. Да, мирнинский богатырь Андрей Аронов, который имеет успехи на федеральном уровне, он в абсолютном первенстве России показал очень содержательную борьбу.
первенстве среди студентов. Оба мастера спорта, оба тренировались под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Ивана Николаевича Сивцева. Евгений с детства тренировался, его нашел, и вот, видите, заслуженный тренер Иван Дмитриев. Его все ученики его называют Иванычем всегда. Потом 2 года занимался Евгений Алексеев под руководством СПСУ Ивана Николаевича Сивцева, но потом женился, переехал на родной Улус, остановил активную деятельность, начал заниматься тренерской деятельностью, пока ему поставили задачу сборной Улуса выйти в финал, он этой задачей справился, выполнил на 100%, и если в том случае здесь нестандартных ситуаций не получится, то сборная Усть-Алданского района в общекомандном первенстве с 5 чемпионами займет 1-е место. 3 золотые медали в женской борьбе и золотая медаль у Арияны Тютрина. Но здесь молодой, профессиональный, занимающийся сейчас ежедневной тренировочной, всегда находится Арона в форме, Андрей. Но Женя очень опытный. Вчера это было видно, когда... Но вы слышите, да, все хотят, болеют за Евгения на родном ковре. Но он наследник Василия Румянцева, Аяла Лазарева, Николая Соловьева, Парникова. Юрия Парникова. Гаврил Босиков еще до недавнего времени тоже в больших весах показывал хорошие результаты. Один-один. Женя. Андрей поддавливает и проходит ногу, и 2 балла, да, в больших весах. Если центр тяжести стремится к ковру, ну, здесь даже высшие силы тебя на ноги не поставят. 3 балла заработаны, 2 последних балла Андрей заработал очень уверенным проходом ноги. 3-1. Остается 30 секунд до первого финала, до первого перерыва. Но это крайняя схватка, 125 килограмм, финал. 2 борца, 2 ученика. Они знакомы, конечно, и Евгений помогал Аялу Лазареву спарринг-партнером, да. И второй раз в подготовке к Олимпиаде помогал Андрей Аронов. Ну вот, да, я буду рассказывать и продолжать рассказ по своего любимчика Аяла Лазарева. Дело в том, что одно время, как бесперспективного борца, ему сказали: Аял, пока отдыхай, но он не отчаялся, через год нашел Ивана Николаевича, и Иван Николаевич поверил, и пошла работа, и в течение последних 10 лет вот этот тандем нам подарил
очень большие надежды, хорошие медали, чемпионские, континентальные медали. Одно участие нашей тяжеловесой в Токио и Рио-де-Жанейро нас вдохновило, вдохновило очень многих молодых ребят. Мы еще раз подчеркиваем, что народ Саха крупнеет, идет ввысь. Второй период, 30 секунд, но почему-то говорят, что Андрей Аронов мешает борьбе со своими шунгами. Но Андрей идет вперед. Имея функциональную готовность, конечно, Андрей находит тактическое действие, что нужно... О, сбил, да, мимо прошел. Поймал, ну... Сейчас его, да, Андрей тоже бить коверты, свои эмоции показал, за это получил предупреждение, неспортивное поведение, 4-3. Остается минута 50. Подустал Евгений. Есть время для окончательного прохода в атаку. Проваливается. Остановка, минута 25. Видите, как зрители. Александр Кардашевский очень долго жил, защищал интересы. Но он верхний верующий, сейчас там главой работает. Но первые годы он жил в поселке Сырдах и был бессменным членом сборной Усть-Алданского улуса. Много побед принес он. Атакует, опять проваливается, минута остается, никаких конкретных действий нету. Да и поднаелся маленько тоже Андрей Аронов. Какие-то вот спиной у него проблемы. Видно, футболисты подошли скорее. Болеет за Усть-Алданское улусье. Как стоящие, но у Андрея тоже своих болельщиков хватает. Наш режиссер показал их, мирнинцы, молодцы. Но у них как бы в вольной борьбе ударный вид, да? И Нюргун Сергей вчера золото принес, и у них еще парень очень хорошо боролся, 92 килограмм. Ну и вот надежда получить еще вторую золотую медаль. 36 секунд, но Женя пока контролирует. Просто я не ожидал, что Андрей вот так пройдет ногу и опять остается. Могу сказать, что Евгений Алексеев набрал ту форму, которую судья... 13 секунд. Да, все под... За своего воспитанника и со своего друга болеет. Да, очень хороший кадр был. Такое лицо Иваныча было. О, ну здесь уже все. Засыпил и сразу улыбка. Да, вы все, да, большое уважение всегда якутский народ предъявляет большим богатырям. Сегодня судьба Борцовского подарила очень большую эмоциональный подъем своему сыну Евгению Алексееву, мастера спорта. И на родном ковре Евгений Алексеев, мастер спорта, ставит точку победную. И сейчас
большим удовольствием, и мы объявляем, что лично командам победу тоже одержала сборная команда вольников усть-алданского Улуса. Ну что ж, дорогие уважаемые зрители, еще раз свое почтение предъявляю вам, что вы были с нами эти три дня. Спартакиада проходила в очень разных условиях, но дух победителей, дух спорта, азарт, борьба, вся это было у нас в ваших экранах. Поздравляем усть-алданский Улус, поздравляем всех, всю республику, что наша вольная борьба как вид спорта развивается. Получается очень много, мы сегодня увидели очень много перспективных молодых парней. В первую очередь это Лев Павлов, Станислав Свиновоев, Андриан Ленский. Вот, Никита Ховаров, Андрей Аронов, ну, мы, команда Нюргун, Сергей, опытный борец. Мы полноценно можем кубковую команду сейчас ставить. Мы понимаем, что в кубковом чемпионате России мы раньше привлекали легионеров, кабардинцев. Не хватало классных борцов в среднем весе, полутяжелых весовых категориях. Но мы ждем тот момент, когда сборная нашей республики выйдет со своими воспитанниками и достойно будет всех побеждать. С праздником спорта вас! Любите спорт! Спорт – это норма жизни. И хочу еще раз напомнить, что трансляции мы видели благодаря нашим спонсорам «Алмаз Кредит Сервис» и «Триумф недвижимость». Спасибо большое. До встречи.